гляжу на вас, я счастлив. Люблю вас, но вы никогда не заставили меня плакать. А я, казалось бы, должна была. Этот студент произвел на меня довольно сильное впечатление. Я это знал. Вот. Ну вот, погодите, вы меня узнаете. Вам сколько лет? 21 год. И у меня мать умерла. А говорят, что сироты между собой скоро дружатся. Ваша свобода. Это ей нравится. Кому, например? Человек заразил меня своей молодостью. Это так же скоро пройдет, как и пришло скоро. А если твоя сестра спросила бы тебя, Вера, ты точно никого не любишь? Что бы ты ответила? Любишь? Может быть, я не знаю. Ракитин, скажите, что со мной? Вы влюблены. Нет, это безумие, Ракитин, это невозможно. Он должен уехать. Он должен уехать. А что это значит, что за сцена? Ну зачем ты так со мной, Вера? Ты ведь любишь мою жену. Для покоя друзей порядочный человек должен уметь иногда пожертвовать своему удовольствию. Скажите, что вы его не любите, скажите. Забывайтесь.